что... Так, зонт, пинцет. Пинцет. Так, ты, пожалуйста, лежи, ладно? У тебя тут ногу подержать еще. Какую? Ну, давай, верхнюю. Аж пинаться будет. Ну, меня она будет пинать с большим удовольствием. Это она меня знает, что я ее каждый раз мучаю. Но здесь поверхностная. Посмотрим, может быть, есть что-нибудь внутри. Вот здесь у нас флюктуация. Сейчас посмотрим, что там у нас есть. Может, конечно, сначала иголка тянуть, но мы не ищем легких путей. Так. Вообще, на самом деле, флюктуация не сильная. Наша иголочка. Сначала да, иголочка все-таки, потому что я не уверена, что она созрела. Совсем не уверена. Так. Ну, вот это вдалеке. Ну, настолько далеко, чтобы я не дотянулась. Я уже найти ту, которую я не вижу. Лежи, здесь я жалеть буду. Вот так, снимайся. Я знаю, что я хорошая тетка, которая режет, колет. Тут не тут, а более-менее тут. Ну, куда деваться? Да. Что, не созрел? Похоже, нет. Ну, посмотрим. Уже очень хочется, чтобы у меня все это прошло. Сил нет. Ее бедной. Блин, тебе не проткнуть. Лимфа. Вот так и есть. Чего? Ну, давай будем пытаться отжать. Созрела бы уже и выздоровела. Сейчас попробую чуть-чуть оттянуть. У тебя отеки текущие? Я лечить как-то. Ты хорошая девочка у меня. Очень хорошая. Будет отток. Чуть-чуть будет, но не сильно много. Ты ж помнишь, сразу становится легче. Скажи, ну под началу-то не легче? Сначала легче. Ну и все, нифига там осталось. Серьезно, ну как у тебя медленно все это заживает? Это столько дырок от зубов. Да, мы все попросили. Вон, сейчас корки сходить начинают, так сразу пронацеливают, да, вообще. Так у них живого места нет. Да, вообще. От собак. Да. Собаки. О. Нашла? Угу, где-то. Ну, у нее, видишь, много ходов там. Ну да. Это вот пятнышки, это все зубы. Это лимфатические сосуды, хуже нет, когда рвутся. Они так долго заживают. И дико больно. И с этим. Молодец, лежит, терпит. Ну, меня ненавидит, ну ты ненавидишь, бедолажка. После первой же обработки у нее паника, когда меня видит. Больно? Конечно, больно. Нужна, она почти не встает, да? Ну, потому что больно здесь. Так мышцы все. Как камень. Там ходы, да, такие. Воспаленные все. Ты
Тут следы от зубов. И тут у нее изнутри еще есть. Вообще она вся покоцана. Снаружи, внутри, и голова, и ноги. Ну, они, видно, ее это со всех сторон. Похоже, стая. Это вот это кругом дырки на шее, везде. Везде. Куда? Прости, мы еще никуда не идем. Чуть-чуть еще надо подождать тебя. Я уже пробовала и дырки. Сзади-то больше, потому что пыталась убежать. Угу. Конечно. Сейчас, малыш, у тебя проработаем. Ну что, охлаждающие гели есть, что ли? Только надо снаружи, смотри, кушаться. Ну так естественно. Есть. Сейчас промыть кексы.